мои дорогие, не удалось мне сегодня с подругой погулять, но пришла внучка с малышом и говорит: давай я с тобой пойду, пойдем прогуляемся в другой части города. Вот они с Максимом поехали. Мы вот здесь вот пришли туда, в Двине ближе, вот там у нас такая красивая церковь. И вот там вот театр наш Якуба Колоса. Здесь поставлены столики для того, чтобы можно было что-то перекусить, водички попить. И сейчас мы пойдем. Там вот у нас Пушкинский мост. Здесь поставили новые памятники золотой рыбки, старик Хоттабыч. Вот мы решили именно сюда и прийти погулять и посмотреть, что же делается в городе, и сфотографироваться у памятников. А вот там бывший универмаг. Раньше он был государственный, теперь его распродали по кусочкам. И что там, вы знаете, честно говоря, уже несколько лет там не была. И гостиница «Витебск» через дорогу. И с той стороны вот там вот река и тоже церквушка на берегу. И палатки тоже, вот там идут палатки. Но мы решили, что мы пойдем в эту сторону. Смотрю, что там вон фонтанчик включили. Вот. Пока я болтаю, дети меня поджидают. Хотели с Максимом без коляски идти, но он лодырь, да, идет и балуется, бежит, ручка не дает. Поэтому пришлось вернуться, взять коляску и идти уже с коляской. Вот сейчас подойдем, посмотрим, что тут за интересные такие игрушки. Здесь вот такая вот наша белорусская красота. Сувенир, веники, домовой, бабе-ёшке. Очень такое вот все интересное. Вот такая вот красивые бабульки. Вот нам в палатку загляните, сувенир себе купите. Пойдем теперь туда, к памятнику. Посмотрим. Фонтанчики. Тут тоже вот так вот красиво, интересно. Интересно вообще, когда город гуляет, то везде, на всех площадках, весь центр у нас уставлен палатками. И везде очень много народу. Сегодня открытие. А эти два дня что было? Начался фестиваль 10-го. Вот такая. Красота. Сейчас Максимов туда. Он бы поиграл бы с водичкой. Он бы с водичкой поиграл. Подошли сюда ближе. Церия такая вот красивая. Здесь тоже вот палатки везде. Такая красивая мебель плетеная. Покупайте. Палаточки чего-то тут сегодня у нас МЧСники. Что-то видно, какое-то будет представление. Потому что вот только в какое время, непонятно. Машины стоят. И вон все их на столе, все их вещи. И церковь поближе. Вот, смотрите, какая лестница. Высоко-высоко она на горе. Пришли к кукольному театру. Вот здесь вот он такой, кукольный театр белорусский, лялька. И здесь на площадке стоит вот такой красивый старик Хоттабыч. На ковре-самолете. И верблюда на руках. Вот такой вот красивый вид. Это там дорога на центральную улицу. Горосполком. И
внизу река, наша Двина. И потом вот пойдем через мостик, вернемся. Ну, я думаю, что мы, наверное, вернемся и пойдем туда вдоль реки, там вот внизу посмотрим тоже, где там, что там, какие палатки стоят. Там вон фонтанчик тоже, дети балуются. И на речке можно взять катамаранчики, покататься. Максиму сидеть совсем не хочется, хочется ему бегать. А его пусти, и все. Мы же хотели без коляски идти, но ничего не получилось. Он прошел немножко и начал ручку вырывать. Так что вот мы пришли сюда, к этому памятнику. Сейчас пойдем искать другой памятник. Вот, я тоже не знала, почему называется у нас Пушкинский мост и почему у нас стоит памятник здесь Пушкину, потому что он проезжал через Витебск. Вот такой вот красивый памятник у нас. Пушкину на самом берегу реки. Теперь пойдем искать рыбку. Максиму уже надоело сидеть, он все уже выходит, хочет водичку смотреть, а мы пришли вот сюда к ступенечкам, вниз спуститься к реке. Посмотрите, как красиво. И вот там вон эта рыбка. Но мы туда не пойдем, потому что с коляской очень неудобно спускаться вниз. Это, наверное, надо идти. Вот с той стороны надо было идти. Вот туда вот, и тогда можно было спокойно. По речке вот плавает кораблик у нас такой. Вот ближе. Можно покататься. От с одной части города в другую, по всей Двине. И вот там вон рыбка. Близко, близко. Вот я придвину, мы посмотрим эту рыбку. Ветер такой красиво очень. И смотрите, какая красивая река, как здесь сделаны красиво. Как водопадики. Красота такая. И поднимаемся туда, поднимаемся и пойдем на улицу Толстого уже. Идем по Пушкинскому мосту. Здесь, как видите, замочки на всему этому, по всей решетке замки. Это потому что молодожены сюда приезжают, вешают замок и выбрасывают ключик в воду, для того, чтобы они жили вместе и не расходились. Мы тоже, когда Аришка выходила замуж, мы тоже сюда приезжали и тоже бросали туда ключик. Жалко, что я в то время не снимала видео, только фотографии. Прошли по мосту и дошли вот до этой лестницы, до церкви, но туда мы подниматься не будем, мы же с коляской. Здесь тоже вот стоят палатки, и вот можно здесь вот спуститься туда вот к рыбке, но так как мы уже там были, я думаю, мы не пойдем. Стоят вот такие красивые львы здесь, и пойдем вот туда, на выход, на центральную улицу, на это будет улица Толстого, а потом на улицу Ленина. И там уже будут художники, и тоже много-много-много палаток. Вот такая вот здесь красота у нас.